Новость последних минут. Уже 37 погибших в результате двойного теракта в пригороде Бейрута. Кадры оттуда сейчас передают все мировые службы видеообмена. На оживленной улице рядом со зданием полиции двое террористов привели в действие бомбы, закрепленные на поясах. Второй взрыв прогремел через 7 минут после первого, когда уже оказывали помощь пострадавшим. Агентство сообщает, что в больнице доставлены 180 раненых.